Что вам сказать, уважаемые зрители? Рамирес омрачен фактом, что братство стали оказалось тут не особо хорошими ребятами, да? Как бы ожидаемо, неожидаемо. Первое такое подозрение началось в тот момент, когда Закс об этом сказал компьютер, а компьютер оказалось, что не врет. Второе. Надежда промелькнула, когда мы прибыли в Каса Нуэве. Вот, а теперь, после событий прошлой серии, получаем такой капитальный спойлер, потому что я побежал к генералу, потому что у меня выбор какой моральный? У меня выбор между рейнджерами и братством стали. Мне показалось, что надежда промелькнула, и все, с братством заключим договор, будут нас охранять, хотя они и не вмешиваются по кодексу, по канону. Но оказалось, что они все-таки замешаны во всем, поэтому едем в Инферно, разбираемся, что в Инферно. Локейшн в Мексикале, дорожный затор. Так, в Инферно, давайте до утра подождем. Нахватаем радиации, наверное. Да не, нету что-то радиации. В Инферно раскопаем, может, какую-то инфу еще. Что тут у нас? Это вентиляционный блок. О, слушай. За многие годы собралось много пыли. Давай-ка мы возьмем противогазы, наденем, потому что я так чувствую сейчас. Тут еще веселущие в Инферно только начинаются. Некоторое время мы будем защищены, конечно. Так, давай. Многие годы ремонт применяем. Готово. Вскрыли вытяжку. Интересно, что же там внутри, действительно. Рада садки. Ничего себе. Токсичный и сконцентрированный пепел, образовавшийся после ядерного взрыва. Бросив эту дрянь в лицо врагу, можно спокойно наблюдать, как его глаза стекают по щекам в рот. Эффект минус 2 восприятия, минус 5 реакция, минус 3 очка действия. Я получаю? Я не получаю. Я, знаете, что я перестрахуюсь. Я, наверное, Радекса приму. Сразу. Сразу приму. Какие наши опции? Наши опции немного у нас опций. Во-первых, вскрыть тут Инферно. Усохший. Перед вами существо в лохмотьях, отдаленно напоминающее человека. Его безумные глаза испуганные в то же время жадно разглядывают вас. Я не причиню вреда. Ты кто, человек? Пытается за голову замечать несколько роговых отростков на голове. Местный житель? Поднимается, осматривается вокруг. Верно, но ты, откуда ты? Давно не видел нормального человека с тех самых пор. Обходит вокруг, осматривая вас. С тех самых пор, как люди укрылись в убежищах. А мне там места не хватило, поэтому я здесь. Постой-ка, дружище, куча вопросов. Прикрывает лицо руками. Что ты хочешь? Город разрушен, никого нет, уходи. Кто ты такой? Ты что, демон, на твой взгляд? Может и так, когда-то я был человеком, был фермером. Я сливал на землю молоко, чтобы из него на него не упали цены. Я зарывал в землю картошку и овощи, как глупо. Как тебе удалось выжить? Выжить — это не жизнь, это ад. Мы все живем в аду, мы не можем умирать. Радиация сделала нас такими, это наше наказание. Кому-то повезло оказаться в эпицентре ядерных взрывов, а мне нет. А теперь чем занимаешься? Не похоже, чтобы здесь было много урожая. Да нет здесь никакой еды. Раньше мы ели то, что находили на развалинах, теперь мы едим друг друга. Но редко, мы привыкли к голоду. Когда была ферма? Это было давно. Когда бомбы упали на город, тебя тогда еще не было. Еще кто-нибудь выжил в этом пекле, кроме тебя? Нас осталось немного, но даже сейчас у нас разделение на богатых демонов и бедных, вроде меня. Бедные светятся в темноте. Богатые светятся в темноте, они даже всех... Остальных в узде держат, забирают все самое лучшее. Раньше они были важными и влиятельными, а сейчас, когда они стали демонами, они также поднимают под себя остальных. Ладно, пусть будет так, как они хотят. Пусть светятся, пусть живут вечно в муках. Это ад хуже смерти. Они не могут умереть, даже если очень захотят. Это их наказание, бессмертие. Мучаясь своими грехами, они должны страдать вечно. Тебя выгнали из стаи? Почему ты такой тощий? Стаи делят пищу, в одиночку здесь не выжить, а светящиеся забирают себе самое лучшее. Когда еды нет совсем, они едят самых слабых, вроде меня. Меня съедят, я освобожусь от мук. Но я не хочу быть съеденным, вот почему я прячусь.
Хоть здесь нет нормальных людей, не так ли? Я знаю, знаю, кто-то живет в особняке, вечером там горит свет. Но я не видел, кто это. Многие хотят туда попасть, но не могут. Знаешь, безопасный путь к тому особняку? Мог бы показать, но меня там съедят, и тебя тоже съедят. Но если хочешь, иди через канализацию, самый безопасный путь. Ты наверняка знаешь что-то еще. Что это за город? Давным-давно здесь был большой город, назывался Мехикали, прекрасный город, потом упали атомные бомбы. Они превратили его в поля обезжженного мусора и металлолома. Это сделали красные. Они целились по авиационным заводам, но уничтожили все остальное. Теперь из-за радиоактивных осадков здесь не осталось жизни, даже трава не растет. Здесь все заражено радиацией, из-за нее такие мутации, как у меня. Была война? Это сделали глупые люди, они превратили планету в свалку отходов. Истратили всю нефть и стали забирать друг у друга последние крохи. С лица земли исчезли города и пригороды, и природа, которую мы так любили. Недавно я пропустил случайно, из-за радиоактивных осадков. Ты слышишь это? Это демоны воют от боли. Когда приходит ночь, всем демонам становится больно. Расскажи, каким был город перед бомбардировкой. Давным-давно здесь был большой город, назывался Мехикали, прекрасный. Потом упали атомные бомбы. Недавно я видел гигантского муравья, таких никогда не было, это неправильно. Муравьи должны быть маленькими, меньше ногтя на твоем мизинце, но они не такие. Кто обитает, но светящийся. Ты видел отряд Братства Стали? Они должны были пройти по этой дороге. Голова болит, как больно. Не морочь мне яйца, что стало с конвоем. А эти бледнокожие не смогли выбраться из нашей преисподней. Как и все остальные, им придется гореть здесь вечно. Так они живы? Их держат в старой церкви, но тебе туда не пройти. Не пройти. Вокруг толпы демонов никто не знает, что происходит внутри. Проклятое место. Логово самого Люцифера. Никто оттуда не возвращался. Добраться туда будет непросто, судя по всему. Ладно, я ухожу, не вздумай идти за мной. Жрешь, мой рог начинает болеть. Лучше уходи. Муравья кушаешь, да? Посмотрите. Только посмотрите, что тут произошло. Вот он, настоящий Fallout. Очень жестко. Очень жестко все. Ставим его, не будем его убивать. Потому что тут сказал через канализацию лезть. Хорошо. Нужно сначала найти проход в канализацию. Или проходы, в принципе, какие тут еще присутствуют. Мы осмотрим здесь все. Да тут ничего не осталось. Вот агент, знаете, кому в лицо полетит? Ну, уже догадались, я думаю. Так. Перед вами обуглившиеся руины некогда большого города. Теперь улицы наводнились опасными тварями. Но сейчас на меня, наверное, начнут нападать. Время разговоров закончилось. Наступило время решительных действий. Город большой достаточно. Да, тут сейчас будут на меня действительно нападать. Может, радиолу завести, чтобы было повеселее, а? Все, обыщем. Тут надо этих парней из братства вытащить. Они особо не виноваты. Они всего лишь выполняют приказ. Мы сделаем, попытаемся сделать задание для братства Стали. Не могу сюда попасть. Разведать, кто, что за армия на юге, потому что это тоже представляет опасность для нашей общины. И... О, древние виски, неплохо. И мы все-таки пакт с рейнджерами заключим. Что это такое? Ух! Ах, этот готов. Следующие сбегутся? Давай, нападай. Тут светящийся, вот этот опасен. Слушай, что это? А, ну я мог бы отступить из снайперки пострелять. Мне надо перк брать тут мутацию, снимать ловкость и переходить будет после снайпера на стрельбу навскидку. Рвать, слушай, два раза ходит, опасен. Давай порвем тебя. Думаешь, что с тобой Рамирес будет шутки шутить, а? Патронов, чтоб хватило, перезаряжаюсь. Патронов хватит. А, хочет получить немного в голову. В торс. Неплохой выстрел на 25. Сразу перезарядка. Снайперка тут тяжело, с ней будет стрелять. Очень много очков действия. Одиночный просто. Промах, Рамирес.
Один раз могу из снайперки дать. Из дробовика добиваю. Облученный. Нюкакола. Облученная. Ножи и пистолеты, да? Вот это что такое? Это жуткий тотем, собранный потрошителями из различного храма. Хлама. Копья и дробовики у них тут. Да, очень атмосферно здесь, конечно. Просто невероятно атмосферно. Давайте радиолу заведем, потому что, чтобы не было так грустно. Раньше работал этот автомат. Тан-та-дан-та-дан-тан-тан-тан. Ой, как громко. Может, если бы я его завел, прежде чем с ребятами стреляться, то не было... А, тут я лутал. То они бы не напали, или все сразу бы сюда сбежались на звук радиолы. Непонятно это тоже. Вижу лаз уже в канализацию. Давайте для начала все осмотрим. Еще одна радиола, дверной проем. Радиация, лучевую получил. Лучевую получил. Вывожу. Можно подсесть на антирадин. Да, при столкновении с вещами тут получаю. Сопротивление радиации 39. Можно второй радикс принять, но тогда могу действительно получить зависимость. Тоже ядеркова. Надо следить, чтобы не подохнуть от радиации. Костюм бы получше. Костюм. Забудь о костюме Рамирес. Костюм последователя огня бы помог, честно говоря, здесь. Но обыскать все следует. Обыскать все следует, все непременно. Рамирес не может отправиться от шока. Вот эта военная книга, кстати, которая в Пуэрто нужна. Не в Пуэрто, а в Каса-Нуэве. Много знаков. О, скелет. Погиб в расслабленной позе. Наверное, пил виски и смотрел вечернее шоу Эда Салливана, да? Лучевая. Я могу... Слушай. Нет необходимости. Не помогаешь, да? Уже из-за того, что я вот эту байду несу. Давай ее выкинем. Патронов. Не, я лучевую наберусь. Но радикс есть, антирадин есть, потом выведем. Надо следить. Надо было Гейгер сюда брать. Быстрее действовать надо. В канализации должно быть меньше. Вентиляционный блок. В канализации должно быть меньше радиации. Ремонт пошел. Рамирес, надо быстрее действовать. Готово. Это ерунда, не буду я ее собирать. Еще довоенная книга. Рамирес нынче сталкер, мусорщик настоящий. Больше ничего нету. Хорошо. Куда лезем? Это край карты, лезем в канализацию. Сохраняюсь. Указатель направления к центру города. Панкаться тут мы не будем ни с кем. О, тут, слушайте, много проходов. Тут, во-первых, переход. Давай для начала здесь все осмотрим. Я взрывчатки с собой не взял. Да, тут этот город, я так чувствую, будет тяжело тут пробиться. Тут у нас не пройти. Потому что завалено камнями, но можно подорвать. Просто так с места не сдвинуть. Была взрывчатка при себе? При себе не было. Гранаты были. Гранаты я тут не снесу, судя по всему. А мне надо бы туда попасть. Рамирес. Давай попробуем гранату метнуть все-таки. Не, я так не смогу. Мне нужна конкретная взрывчатка. Может, она где-то тут попадется. В багажнике у меня есть, в конце концов. Тут еще один лаз. И проходов больше нету. Кто-то тут погиб. Тут очень атмосферно.
Вот еще чек Гейгера. А ну-ка давай его сюда. Он тут сейчас понадобится. 10, слушай, сильно. Сильно достаточно. Тут мы были. Это второй лаз. Да, мне нужна взрывчатка, судя по всему, чтобы проникнуть. Или нет. Давай за взрывчаткой сбегаем. Возьмем ее. Чувствую, может помочь. Гейгер десятка. Лучевая, чтобы не потерять статы. Каждая машина, около которой я тусуюсь, вот каждая такая железяка тут добавляет радиации. Так, значит, что? Это сюда. Телеобед съедим, например, это сюда. Копья сюда, гранаты не нужны. Ножи не нужны, это на продажу пойдет. И вот эти все жуки, пауки. Ядеркола. Одну давай оставим. Микроядерные пошли. Вискарь потом выпьем. Это хорошо. Пистолет надо выложить тоже. Может понадобится этот сигнальный пистолет. Хотя зачем? Я из него потому что выстрелить хочу. А, он туда не влез, да? Нет места. Надо что-то забирать. Что мне забрать? Вот это надо у братства стали еще попробовать. Может, им, они захотят купить вот это. У интенданта я не был. Отмычку возьмем по-любому. Веревка может понадобиться, но за веревкой уже сбегаю. Это сюда. Телеобед я сейчас съем. Суфле вряд ли пойдет, это не нужно. Нет места уже. Что мне забрать такого? Сигнальные патроны давай заберем, они не весят, потому что... Тут нож заберем, мне надо докторский выложить. Хорошо. Это выкинь. Рамира 109 из 140. Нормально. Сохраняемся, погнали. Давай-ка сюда. 15, слушай, тяжело. Тяжело, тяжело, тяжело. Вывожу, Родекс повышаю. Сопротивление 64, ну более-менее. Нам быстрее действовать. Быстрее, Рамирес, решительнее. Пока что радиации нету. Мимо машин давай пытаться бежать. Верхний коллектор лезем. Переходов тут больше нету. Верхний коллектор сюда к камням, тут взрываем. К чертовой матери просто. На 20 секунд. По хп. Лучевая болезнь опять. Но подождать надо. Не буду я в режим доктора входить. Я тут на радиации могу капитально нахвататься. Взрывайся же. По ней выстрелить не могу. А это ничего не дало. Надо было перед этим сохраниться. И камни я не пробил. Давайте загрузимся тогда. Взрывчатка может понадобиться. Ну, то есть тут обуз себе позволю. Обуз себе позволю. Значит, старая церковь и особняк какой-то. Мы ожидаем узреть. Это инферно-канализация. Осветители здесь. О, тут. О, ребята из братства, судя по всему. Черные копья. Баркли, ловушка. Когда это была проблема Рамиреса, а? Баркли неплохо закрепился. Баркли. Ах, черт, я у тебя почти пристрелил. Думал, ты очередной мутант. Из группы поддержки? Братство отправило на спасательную операцию. Хм, я тебя не помню, покажи свой жетон. Я не служу им, меня просто наняли. А вон оно что, меня предупреждали, что братство в Аризоне не в лучшей форме. Печально, а где остальные? Это ты о ком? Я один. Тебя предупреждали, значит ты, возможно... Баркли не из основного братства?
Проклятие, о чем они только думают? Что один наемник справится в такой ситуации? Впрочем, у малой группы есть тактическое преимущество среди руин. Ладно, очень надеюсь, что ты хотя бы не станешь путаться под ногами. Что ж случилось? Мой отряд попал в засаду местных тварей. Во всем этой суматохе я потерял остальных членов команды, но я могу с ними связаться. К тому же повредил ногу во время боя. Вы ж военный, да еще и при полной комплектации. Никто не ожидал встретить сопротивление в этих руинах. Мы полагали, здесь нет жизни, поэтому пошли через город, чтобы не сталкиваться с мутантами в пустыне. Какой у тебя план? Нужно собрать отряд, если есть еще кого собирать, и как-то привести себя в порядок, чтобы дальше следовать к пункту назначения. Прояви свой гражданский долг, окажи услугу. Я не могу бросить человека в беде. Я знал, что на тебя можно положиться. Если завершу свою миссию, в долгу не останусь. Да, кстати, меня зовут Паладин Баркли. Можешь пока осмотреться вокруг, но будь осторожнее. На входе там остановил пару ловушек. Окей, Баркли, давай сюда свою ногу. Спасибо, док. Баркли, что надо делать? Я уже почти пришел в норму. Остается найти пропавших членов отряда. После этого обговорим дальнейший план. Кто еще был в отряде? Несколько человек. Половина точно мертва, про остальных не знаю. Последний раз со мной связывался Сквайр в районе супермаркета. С тех пор с ним связь потеряна. Рыцарь держал оборону в точке засады, прямо возле монумента. Также была Диана, она из последователей. Я слышал ее вопли вдали. Видимо, гули тащили ее куда-то. Если они все мертвы, тогда я обязан собрать их именные жетоны, чтобы сообщить командованию, почтить их память. Повторим наш план. Где произошло нападение на конвой? На северо-западе, возле 5-й автомагистрали, прямо возле какого-то памятника. Не пойму, как гули смогли одолеть вооруженный конвой. Эти твари хоть и дикие, но для драки им ума хватает. Видимо, долгая жизнь на руинах их многому научила. Что они сделали? Попали в засаду. Гули устроили ловушки на дороге и заманили нас в самое неудобное для защиты место. Нас окружили, стали забрасывать мешками с пылью. Вокруг поднялась дымовая завеса, и с которой поочередно утащили всех. Несколько тварей мы порешили, но их оказалось слишком много, и когда началась лобовая атака, справиться удалось только мне. Пришлось отступить. Черт, как жаль, что я не успел воспользоваться силовой броней. Очень жаль. Еще куча вопросов. Отставить разговоры, сейчас не до этого, ты прав. Покажи, как безопасно выйти отсюда. В коридоре несколько ловушек. Внимательно смотри под ноги. Патроны. ИРП. Под ноги смотрим. Под ноги. Под ноги смотрим. Под ноги. Я же зашел сюда как-то, да? Хорошо. Давайте осмотримся действительно. Значит, снизу мы пришли. Сюда куда-то идем. Надо собрать всех мальчиков-зайчиков в отряд. Что, не пройти тут, да? Надо взрывать все-таки, да? Рамирес, давай взрывай. Поверху можно пройти. Не, нельзя. Нам придется взрывать. Давай 30 секунд. Гранатомета нету у меня. Два раза взрывать? Ты шутишь просто. А как я должен это взрывать? У меня нет столько взрывчатки. Баркли, там зацементировано все. Тут давай остатки посмотрим гуля. Но у него 5 патронов и копье. Баркли, гранаты нужны. Да, конечно, Баркли. Очень смешно. Как мне туда пройти? Никак просто. Получается, никак. Ну, тут выход еще наверх есть. Давайте здесь залезем, может, найду какую-то взрывчатку. Светящийся здесь — это разрушенный супермаркет. Тут должны быть одни из наших паладинов. Давай, берем винтовку. Сигнальный пистолет можно использовать. Вероятность отвратительная. Не, берем дробовик для ближних дистанций, винтовку для дальних. Надо, чтобы они заагрились. Посмотрим их восприятие. Этот пошел. Этот не опасен. Этого с дробовика уработаем. Надо вот этому жахнуть. А я его не вижу из-за машины. Жахнем тогда вот этому в голову. Бдыщ, выстрел. 4 очка действия. Сразу перезаряжу винтовку. И отступлю на 2 шага. Посмотрим. Паладину надо научиться вести боевую операцию. Плаза Качамача, да?
Слушайте, этот светящийся очень опасный. Пробивает, но это радиация я получаю. Однозначно. На куски его разрываем просто и все. Выстрел по следующему из дробовика. Он сказал что-то, что они там себе думают. Но я не знаю, они из этого братства стали или нет. Если бы они были из Калифорнии, кодекс нарушать нельзя, понимаете? Нельзя нарушать кодекс. Братство не должно вмешиваться. А опытный зритель скажет, если оно не должно вмешиваться, что ж ты на них такие надежды возлагал? Ты же знаешь, что они не вмешиваются. Да знаю я, ребята. Но надежда умирает последней. Патроны закончились. Отступление. Я тебя съем, человек, говорит гуль. Но Рамирес перезаряжает дробовик и одиночный отправляет ему просто в пузевич. Гуль падает и готов. Бой окончен, облучение есть чуть-чуть. Проверить. Насколько мы умираем. Пятерка, нормально, тащим. А это жуков оставь себе. Вот это надо забрать. Ядерколу светящуюся. Потом раздам всем. Если буду выпиливать братство, каждый получит ядерколу этой светящейся. Одного паладина убили тут, я уже вижу. Или рыцаря, возможно, вон труп. Только сейчас увидел. Жетон и дробовик боевой. Патроны забираю, пытаюсь забрать все. Это что такое? Это у нас жуткий тотем. Антирадин, спасибо. ИРП. Я получил, кстати, давайте захаваем ИРП. Скорость восстановления хорошая будет. Газеты надо местные прочесть, ну а почему бы нет? Закрыто, что вы не говорите? $1. Тут сразу ремонт. Еще вижу канализацию. Отлично. Значит, мы отсюда сможем выйти дальше, в следующий район. Эту ерунду я оставлю. Не буду. Мутагеном я не буду бросаться по гулям, потому что я смысла в этом не вижу. Сейчас у нас предстоит заваруха в супермаркете. Тут что-то лежит. Чистящее средство. Давай кассы сначала обшмонаем. Не заперты еще. Интересно. Это что такое? Скрываю замок. Доллары, наверное, да? На доллары. Что вот это такое? Кнопка пожарной сигнализации. Давай нажмем, может они разбегутся. Тревога не отвечает. Науку используем. А ремонт? Сигнал пожарной тревоги и... Это ничего не дает. Ну, они набегают, конечно, но они ничего не сделают. По дальнему могу жахнуть? Могу сразу в голову. Дыщ, выстрел неплохой достаточно. Сразу перезарядка. Да, очков действия на тяжелое оружие нужно очень много. Регенерирует, восстанавливается. Мой ход. Одиночный, пожалуйста. Подходите. Я тоже пойду на сближение, что ты думаешь, а? Еще восстанавливаешься? Интересно, насколько ты восстановился? Тяжело ранен. Ровно на один выстрел. Перезаряжаю мистера Шотти. Отлично. Давай сюда все баксы, все лутаем. Может понадобится потом еще сделку какую-то дикую заключать. Сделано. Ох, в Нью-Вегасе вот этот город. Как же он назывался, я забыл, к сожалению. Но там... пожарный шкафчик. Там в Нью-Вегасе тоже много радиации было. И огромный скорпион, который застрял в текстурах Bethesda Game Studios. Ну, Bethesda тоже не виновата. Они, вроде не они разрабатывали движок этот. Чистящее средство. Оно, наверное, тоже где-то применяется. Но все игры на этом движке, все, везде вылетают текстуры. О. Полки тоже пустые уже. Остатки товаров какие-то, не знаю, но это все испорченное. Слушай, это нюка-колы слишком много у меня становится. Телеобед появляется. Хватит, мне не нужно чистящего средства столько. Это, возможно, вот то, что разбросали, то они этим стебут саму Bethesda с их Fallout'ом. Разработчики, я имею в виду, со времен вот этого Fallout'а. Вот.
Потому что ходить, собирать эту рухлядь всю, это тоже не очень весело. Что это? Кофе? О! Ох, вот эта вещь. Эта банка содержит какие-то кофейные зерна. Видимо, это едва уцелевший продукт старого мира. Ты знаешь, насколько это ценный для Рамирес продукт, для Джонни и для всех персонажей, которых я создаю? О, тут антирадин, салфетки, сейф. Сейчас мы вскроем все. Не удалось, видите? Только не говори, что ты сейчас замок поломаешь мне. Сотня взлом, 101, давай. Давай отмычку. Успех. 12 баксов. Да, на дороге не валяется. Сохранение. Радиацию надо проверить. Я не думаю, что в супермаркете я сильно в Walmart'е нахватал. Но проверим. 14, может быть. Какая там критичная была, не помню. Около сотни, наверное, вообще. Чистящее средство. Я не буду его лутать, оно мне не нужно. Оно, наверное, понадобится где-то в таких количествах, раз его так выдают у нас. Баксы, кола, такое. Эти двери нельзя вскрыть. Это район супермаркета, он у нас отдельный. Тут еще есть здание, давайте туда сходим. Три крышки. Очень у них удалось сделать атмосферную локацию на движке второго Fallout, вот эту именно с супермаркетом. Вот таких локаций сильно не хватает. Значит, два перехода я вижу здесь и... еще один вот здесь. Я думаю, тут красноречие нам вообще не понадобится. Просто всех убиваем. И не паримся. Паладина возвращаем на базу, смотрим. Я Пауля бы хотел найти. Может, Пауль на запад как раз таки... А, Пауль же в Калифорнию рванул, да? Пауль рванул, попытался в Калифорнию. Хотя он говорил, что поищет аванпост. Тут только камни. Надо все взрывать, возможно. Возможно, вот эти надо взрывать. Не видите ничего необычного. Идем во вторую канализацию. Все должно быть относительно линейно здесь, как представляется Рамиресу. И совсем надо разобраться. Так, следующая канализация. Извините, я из нее пришел. Я из нее пришел. А еще ж была одна. Еще была одна вот эта нижняя. Так в какую мне... попадать? Это вот эта нижняя отсюда. В какую мне попадать, непонятно. Так, тело рыцаря, буду продолжать поиски. Куча вопросов, ты, пожалуй, ты прав. Что надо делать еще раз? Кто еще в отряде был? Половина мертва, не знаю. Значит так, последний раз со мной Сквайр в районе супермаркета, но с тех пор связь с ним потеряна. Кто еще был в команде? Рыцарь держал оборону в точке засады, прямо возле монумента. Диана из последователей. Ее куда-то тащили. Я не знаю, должно быть все ли. Должен быть проход, где-то я проворонил, очевидно. Где мне взрывчатки взять еще, чтобы проходы открывать? Рамирес, что ты не можешь пройти? Что такое началось? Сюда ты тоже пройти не можешь, да? Тут надо все взрывать. У меня нет гранат в гранатомете. Я не думаю даже, что камни можно пробить гранатами из гранатомета. Да я ж тут пробил только что, Рамирес. Ну ты что, шутишь просто? И ты же их взорвал. Я взрывчатку ж тут потратил. Или тут? Не можешь ты тут пройти. А, нам надо там... Все, я понял. Нам надо там спуститься и дальше пройти. Я понял. Understand. Understand. И там должен быть проход, который дальше приведет. Все. По локации. Ну, в идеале.
Вот тут я спустился, тут я пройти не могу из-за камней, и сюда прохожу дальше в зеленую зону. Да, так и есть. Отлично. Следующая инферно канализация. Тут еще один выход наверх. И больше проходов нету никаких, да? Значит, мы еще тут вылазим. Стой, Рамирес, подожди. Из глубины канализации идет какой-то отвратительный мерзкий запах. Какое-то время кажется, что пахнет не так уж и плохо. Рамирес, привык уже к запаху, да? 17, нормально. Статы надо проверять. Я не помню критическую. Там вроде бы в классическом Fallout, и когда очень сильно переберешь радиации, то у тебя статы пропадают. Выносливость что-то такое. Крышки, это работает еще сопротивление радиации 64, работает достаточно долго. О, Рамирес вышел на главную площадь, и сейчас у нас тут концерт небольшой на площади. Давай отойдем от машины, чтобы не фонило так сильно. П и П и П. Обед, нам подадут обед, да? Одного положил. Кто следующий на обед? Сейчас вам тоже наложим картечи в тарелю. В тарелу с белой булой. Будете кушать суп. Ох, посмотрите на него. Он уже поел, судя по всему, да? Ему не нравится обслуживание. Видите, не видите ничего необычного. Я тут опыта столько получаю. Давай эту ерунду заберем. Патроны заберем их, потому что можно продать. Эту ерунду заберем. А вот и обед. Очень вкусно. Всем приятного аппетита, кто смотрит, ребята. В записи макароны тоже съем. Что, ИРП? Вискарь? Рано пить вискарь. Телеобед. Да я и так захиленный. ПЕП. Ничего не понятно, что это такое. Тут все мертвые. Ох, робот, можно... О, сейчас тут Рамирес. Это какие-то, слушайте, технические помещения. Сложная локация, слушайте, с такой радиацией. Это тюрячка. Судя по всему, это тюрьма. Давайте попробуем, знаете, что сделать? Только не поднимите. Давайте попробуем... Может быть, бросить этой бутылкой радиационной колы, ее выложить, и они на нее сбегутся все, а? Я могу ее на себя использовать. Может, если ее выпить, я буду тоже фонить, они на меня не будут нападать? Да-не, они должны на меня нападать. Как бы я ни фонил. Они будут на меня нападать. Кто тут слег? Отмычка. Тут тотем вообще страшный, посмотрите. Ящики. Много... О, взрывчатка. Вот это надо забрать. Рипер тогда остается, потому что он весит. Баксы забираю, они не весят. Взрывчатку забираю, остальное не нужно. Я пройти не могу или что? Да, не могу пройти. Картотечные шкафы. Это точно они стебут Bethesda Game Studio с этими картотечными шкафами, в которые надо было залазить. А это что, монтировка, дубинка? Не надо мне. Столы вот эти все, да, как Bethesda сделала в третьем Fallout, типа, обыскивай этот весь хлам, собирай. Полицейские дубинки, это, судя по всему, полицейский участок. Но тут есть вот роботы полицейские, которых мы сейчас на нашу сторону... О, 12 патронов серьезных, слушайте. Давайте кабинет начальника для начала осмотрим. Не, давайте столы все осмотрим. Картотечные шкафы. Интересно, еще, кстати, вот мнение автора будет спросить вот еще у него, как он относится к третьему Fallout и к Нью-Вегасу, и к четвертому. Ну, раз он делал моды на движке второго Fallout, то значит он негативно относится, бы сделал бы моды, наверное, на движке третьего Fallout, в принципе, если это возможно. Но хотя тут попроще реализовать, как мне кажется. Взлом не удался? Что там они спрятали? Сокровище нации? Отмычка-то последняя. Ты как это ничего не даст? Как это ничего не даст? Ого, какие замки тут сложные.
достаточно сложные замки. Но оно и не мудрено, потому что тут то, что нам надо. Тут надо тоже проверить, может, подвал какой-то будет. А навряд ли. Отпирай двери, Рамирес. Сейчас надо роботов перенастроить, чтобы они за меня делали часть работы. Так, это у нас рабомозг. Наука пошла в ход. Твоя защита будет сейчас уже. Готово. Теперь будет попроще. Я вижу следующий, кстати, проход. О, то, что нужно. Слушай, это надо забирать обязательно. Ерунду все выкидываем. Дробовики придется тоже выкинуть. Потому что вот это мне надо забрать. Это потому что моя заправка, которой мне так не хватает. Вот этот перед дверь, не могу. Роботы пошли в атаку, кстати. Давайте тоже рванем за ними. Роботы пошли куда-то сюда, да? Почему? Не понимаю. Роботы. Да не туда вы идете, потому что бой основной произойдет на авеню 2. Вот именно здесь. А тут гулей, кстати, много. Но они мне ничего не сделают особенного. Потому что я из мистера Шотти-то... А, давай кока-колу попробуем. Попробуем выбросить просто. Я так не могу это сделать. В инвентарь лезу. Я выбрасываю колу. Посмотрим, как они будут на нее бежать. Должны отвлекаться на колу, по идее, их пить колу. Я пока что подготовлю винтовку. Чуть-чуть отступлю. Этот регенится. Не отвлекается на кока-колу. На нюка-колу. Была такая идея, но надо было проверить эту вероятность. Выстрел по глазам тогда, что вам сказать. Крит залетает. Надо дождаться хода роботов, потому что роботы что-то не спешат. Так будет быстрее. Гули уже подходят ближе. Роботы тормозят. О, роботы пошли. Медленнее, чем в... Чем в другом месте роботы. Там быстро ходили. По два раза, по два хода. Вот так вот удар получаешь от робота. Без потери здоровья? Ты шутишь? Я получил без потери здоровья. Получи из дробовика. Роботы что-то не особо помогают, честно говоря. Перезарядка. Ну, погнали. Значит, нюка-кола не действует на гулей. Но, может, ее можно по ним применять. Может, они будут подобреют, а? Ничего, они не подобреют. Пошел выстрел. Ох, неплохое попадание. Тут переход. Перезарядка пошла. Давайте, роботы. Этот загрелся. Да, у роботов восприятие сильно упало. Они тут ржавели, потому что... В ЗАГСе они получше сохранились, честно говоря. Тут помощи от них вообще никакой. Давай сюда этот тотем. Невероятный. Забираю крышки, только остальное уже не буду лутать, потому что особо не нужно. Слушай, а можно его развалить? Не, ремонту не подлежит. В тебе что, бакс один остался? Ты заможний был. Заможний добродий был. Значит, что у нас? Тут у нас еще один переход есть. Так, господи ты, боже мой. Сохранение. Здоровенная локация. Просто здоровенная. Где мы? В канализации в какой-то нож лежит. Ой, роботы со мной теперь ходят. Сенсор движения. Да я столько не подниму. Он, в принципе, поможет или нет, а? Так, как там его использовать надо было? Вот так он пока подсвечивает, кто где. Ну пусть будет, ладно. Если он в инвентаре не подсвечивает, он должен в руке быть. Слушай, а может его можно заюзать? А, его из рюкзака можно юзать. Все, он подсвечивает переходы, все карты мне подсвечивает. Такой предмет неплохой достаточно. Сохранялочка пошла.
Значит, что, у нас здесь переход есть целый, и там еще канализация есть. Давай сюда сходим для начала, посмотрим, что у нас происходит. Перед вами вроде целая куча потрошителей, да, впереди. Ох, тут вход в таинственный особняк. Для начала тут надо все обыскать, наверное, шкафы. Я не думаю, что тут сильно будут какие-то важные вещи. Я перегружен уже и так. Я сильно ничего не унесу. Сюда надо делать повторный визит. Лучевая уже потихоньку наращивается. Надо действовать быстрее. Кожаная куртка в стиле Безумного Макса. И ничего больше нету. Но проверить я должен, потому что, ребята, потому что тут может быть что-то интересное. Скоро антиродин надо принимать опять, да. Шкафы какие-то. Роботы делись. Роботы не перешли со мной на следующую локацию. Посмотрите на них. Где вход тут? Вот он. Тут нюка-кола и нож. Все, тут забили. Понеслась, короче. Тебе по глазам. Промах. О, это не очень. О, слушайте, их тут действительно много. Сторожат особняк. Чем-то напоминает Point Lookout, кстати. Потрошители. Может быть, идея взята тоже из него. Там гули жесткие были. То там еще такие редники были. Очень забавные. Редники там были и опасные очень. Я получаю. Слушайте, у него реакция очень хорошая у этого светящегося. Не, мы тебе лучше очередь дадим из дробовика, чтобы ты сильно не выпендривался тут. Это тебя не убивает. Ранение сильное, конечно. 62 плюс 31. По сотне хп у них. Под сотню хп. У гули плотностью никогда не отличались. Плотные очень супермутанты в игре. Всегда. И когти смерти. О, гули такие слабые, да и медленные в основном. Но светящиеся отличаются сильно. О. Вот этот опасен. Очередь пошла. Он еще жив, посмотрите. 38, не убью. Да, видите, 38-29. Ему хватает, он нанесет два удара. Меня заразит радиацией. Этот меня еще свалил на 6. Этот регенет бьет меня кулаком. На 13. Я встаю, и ему просто одиночный в пузо. Он ложится. Я отступаю на 3 клеточки. Умри, говорят. Ну-ну, сейчас мы посмотрим, кто здесь кого переживет. На 9 копьем пробил. Получив в живот просто выстрел. Патроны закончились, да? Хватит нам перезаряд на выстрел? Не хватит. Значит, я отступаю тогда. Он регенит. Копьем не успел меня прописать. Выстрел сюда. Выстрел. О, промах. Отступить надо немного. Стимуляторов тьма просто. Тут стимуляторы в Соноре очень ситуативные. Если снайпера играть, конечно же. А если милишника играть, что тут делать, а? Ну то, что 6 очков действия при перке... Ребята, при перке... Где он там? Бонус скорострельности? То это, конечно, да. Это, конечно, да. То есть при оригинале, значит, при общих правилах, это выстрелы из снайперской винтовки 7 очков действия. А урон не особо-то и сильный. То есть надо в голову попасть, чтобы критануть. Или в глаза. О. У меня хорошее восприятие, 7-ка и тяжелое оружие, навык есть. Давай разгоним, я не знаю. Подожди, разгонять может понадобиться. Там ловушки могут быть какие-то. Не надо спешить. Бой окончен. А, но меня зато он не увидел. Он ложится, поэтому. Мы попроще тут сделаем. Мы их просто расстреляем с дальней дистанции. Все, сагрились. Прицельный выстрел в голову 64. В пах. Бочину отстрелил. Любвеобильный был, наверное, до войны. Потому что это было его слабое место. Эти уходят, эти меня не видят просто. Давай его залутаем их быстренько. Баксы эти заберем. Давайте еще вот так вот сделаем, посмотреть. Тут двое только осталось. Тут переход еще есть. Почему я его не узрел? Потому что я эти двери не отпирал даже, да?
за ерунда? Только что была рука. Оп. Не, переход ниже. А, вот оно что. Перезаряжаем винтовку. Два шага вперед. Светящийся. Такое себе, тут три крышки надо забрать. Эти шприцы уже не нужны, получается, да? Может, можно ваш тотем развалить? Нельзя, к сожалению. Получи сюда. Тут сразу крит вылетает, неплохо. Что по уровням, кстати, вот это интересует? Этот ничего не увидел. Давай в торс. Неплохой выстрел. Ходите. Он ходит и получает еще выстрел в торс. Падает просто, как мешок с мукой. По уровню очень долго мы копить. Уже скоро 23-й, но до 24-го еще... Еще далеко. А, наверное, потому что провалил квесты в Тусане. И еще кучу квестов провалил. В принципе. Ладно, это не важно. О, книга, патроны, мусор. Забираем крышки. Забираем книгу. Книгу забираем, потому что это понадобится. Понадобится. 17 этой колы мне столько не нужно, слышишь? 14 выкладываю, забираю колу. Патроны забираю тоже, потому что не весят. Так, гулей лутаем. Этого не надо лутать уже. Вот этих нужно залутать. Второй тотем надо посмотреть. В особняке сейчас будет разборка небольшая. У нас ожидается разборка в особняке. Веревку дают. Не просто так. Значит, понадобится. Ядерколы радиационные. Патроны. Сейчас Рамирес тут зайдет в особняк в старый. В атмосферный. Жаль, у меня нет сюртука подходящего. С чем будем заходить, конечно же, с дробовиком. Кто-то вопросы будет еще задавать в особняке, да. Интересно, понадобится красноречие, чтобы их убедить, чтобы там нельзя там кушать слабых, угнетах. Что это, еще один нормик сам пришел к нам? Охо-хо, ну сегодня везет. Прошу меня сначала выслушать, например, я пришел с миром. Сложи оружие, иди за мной, с тобой будет говорить Левий. Отведи меня к Левию, я хочу задать пару вопросов. Приветствую, незнакомец, я Левий, проводник своей небольшой паствы. А я Рамирес, просто путешественник. Ты находишься в нашей святой обители, и твое появление настораживает. Давай сразу договоримся, Рамирес. Здесь ты останешься в безопасности до тех пор, пока соблюдаешь правила, ведешь себя дружелюбно. Быть учтивым под дулом шестиствольного минигана не слишком там... Ну, у тебя пистолет в руке, не знаю. Если ты войдешь в наше положение, будешь думать иначе. Теперь я рассказываю, что привело тебя в эти руины. Не вздумай врать, я почувствую любую ложь. Я ищу конвой Братства Стали, он был потерян где-то в этих руинах. Вот да, значит, Братство послало наемников вместо того, чтобы рисковать своими людьми. Как я и предполагал, у них не хватает сил в этом регионе для полноценных спасательных операций. Тем лучше для нас. Почему это? Что вы задумали? Это долгая история. Некоторые считают, что я дьявол и пытаюсь создать собственный ад, но на самом деле я пытаюсь посреди ада создать рай для своих людей. Звучит как дьявольский план. Мы больше не можем жить в нормальном мире. Язычники сжигают наших братьев на западе, а восток не принимает ни нашей веры, ни нас самих. Север и юг пусты, нам остается создавать собственный мир. Теперь ты понимаешь, что твое присутствие здесь весьма нежелательно, особенно учитывая нашу недавнюю встречу с другими нормальными. И здесь другие нормальные, как я? Отряд язычников перенаправлялся через руины на юг. Им не суждено было покинуть эти земли, как и ты, они останутся здесь навечно. Если я помогу вам обрести рай, ты меня отпустишь на свободу? Хочешь заключить сделку с дьяволом? Хорошо. Спустись в подвал, поговори с Дианой. Она расскажет, какие мы ведем исследования, что необходимо для их завершения. Все получит свое воздаяние по их результату. Диана — это из последователей апокалипсиса. Я иду и поговорю с ней. О, супермутанты тут. О, да тут все серьезно у нас. Так. Может, эти будут защищать виллу, а? Подвал где твой?
Ох, посмотрите, Иисус, Мария и Иосиф. На удивление неплохо сохранилось. Этот как выглядит. Таинственная фигура в противогазе и сильно изношенном балахоне. Говорит он важно и рассудительно. Но тоже бред несет. Гаррет тут у нас. С Гарретом надо познакомиться. Давай сначала с Дианой разберемся. Где там подвал? Попробуй пойми. Все интереснее и интереснее происходит событие, посмотрите, потому что тут может не все так однозначно. Может не все так однозначно. Это не. Где подвал? Не понимаю, вот здесь, я понял. Гаррет Моренги, да? Это ты, супермутант, такой серенький. Что тебе надо, нормик? Левий главный, он рука моего бога, я отдам за него жизнь. Мне казалось, ты тут должен быть самым крутым. Левий спасает наши души, без него у нас нет будущего, поэтому я служу ему так же, как служил своему создателю, но тебе, нормику, не понять наших страданий. Будем считать, что это так. Как тебя зовут? Гаррет, с нормиками не разговариваю. Ты всегда был таким необычным? Когда-то я был человеком, как и ты. Я помню свои чувства, страх, ненависть и зависть. Но Создатель открыл для меня новый путь. Я избавился от человеческих пороков. А затем нормики отняли у меня Создателя. Под словами «дал новую жизнь» ты понимаешь прием мутагена? Мутаген — часть большой церемонии. Она длится почти год. Я готовился, постился, медитировал на руинах, тренировал тело и волю. Мутаген не дадут тому, как кто его не заслуживает. Так кто ж такой этот ваш Создатель? Это мой бог. Это немногое объясняет. Глупый нормик, ты все равно никогда не увидишь бога, такие, как ты, убили его. Разве это возможно? Бога нет, мы сами по себе, этим все сказано. Пока остановимся на этом. Твои подчиненные столько тоже неразговорчивые. Откуда столько злобы к людям? Создатель учил нас относиться ко всему живому с уважением. Такие, как ты, прогнали нас с западных земель. Поэтому, если ты не замолкнешь, я с удовольствием дам себе волю. Ты мне повыпендривайся тут. Я бафаут приму и буду не хуже, чем вы. А когда психа приму, то вообще вас тут перестреляю, если будете выпендриваться тут. Это обычный супермутант, да. Как там было в цитате в любимой? Ты должен создать добро и... Это... Добро из зла, потому что его больше не из чего создавать. Что тут? О, ну последователь. О, тут паладин, силовая броня. Никаких паладинов. Куча трупов. Это не куча трупов, это мутант. Тело мерзкого мутанта. Так, Диана, давай с тобой для начала. Слава богу, здесь есть кто-то еще с человеческим лицом. Я Диана из последователей Апокалипсиса, содержу путь в поселение Каса-Нуэва. Но на мой конвой атаковали потрошители. Меня схватили и привели сюда. Даже не знаю, выжил ли кто-нибудь из моей группы. Мне очень жаль это слышать, Диана. Что здесь делаешь ты? Тебя тоже схватили потрошители? Значит так, у меня появилась новая надежда, Диана. И твой командир, и ты говорите, что вы держите путь в Каса-Нуэва. Вы типа с севера шли. Может быть, вы не из этого братства стали, и может быть, вас надо живыми отсюда вывести, чтобы вы с вами там потом у братства навести порядок, чтобы их вразумить. Сместить, может быть, старейшину этого их, да? Братство стали отправлено на подмогу. А братство никогда не бросает своих братьев и сестер, в этом их не упрекнешь. Собираешься отсюда сбежать? Боюсь, выбраться отсюда будет непросто. Если мы попробуем выйти из собора, нас схватит охрана. Но даже если мы окажемся снаружи, нас разорвут потрошители. Есть какой-нибудь способ отбиться от них? Не люблю кровопролитие. Леви обещал отпустить нас, если помогу ему с исследованиями. Ну и ты... Если ты и правда жаждешь битвы, без силовой брони здесь не обойтись. Надо оценить обстановку и подумать. Конечно, не бросай меня. Дети Каса-Нуэва ждут моих уроков по биологии. Отлично. Ты мне скажи про исследования. Насчет силовой брони мне скажи. Мы везли ее на военную базу в Пуэрто-Паньяско. Когда потрошители напали на конвой, никто не успел воспользоваться этим чудом довоенной техники. Работает еще? Почти. При транспортировке ее немного потрепали, но основные системы в норме. Проблема в том, что некоторые запчасти расточили по разным углам. Что не хватает? Главный процессор. Левий держит его при себе, чтобы никто не смог самовольно запустить броню. А шлем этой машине прилагается? Шлем и вовсе затерялся где-то при перевозке. Скорее всего, лежит там, где на нас напали гули. Теперь понятно, что надо искать. Так, что ты знаешь про Левия и его культ? Этого хватит, чтобы одновременно уважать и ненавидеть его. Кто он такой? Левий был одним из приспешников Создателя, подобно Морфеусу и другим приближенным. Он следовал за своим лидером до конца, пока в 2161 году культ не уничтожили. Он тоже мутант.
принял мутаген как часть посвящения, теперь мучается от подобных эффектов, поэтому не носит, он носит маску, чтобы снизить вредное воздействие ядовитого воздуха, хотя его подчиненные в этом не нуждаются. Что привело его в эти руины? Видишь ли, в наши дни жители Калифорнии изгнали таких, как он. Думаю, эти руины казались Левию надежным укрытием от остального мира, ведь ни один нормальный человек не полезет в такую радиоактивную грязь, ну кроме нас с тобой. Что хочет от тебя Левий? Ему нужны мои научные навыки для проекта комплементации, так он это называет. Что это значит? Сложно объяснить, да и меня не во все посвятили. Видишь ли, люди Левия — плод старого эксперимента. Ты хочешь знать подробности? Мне сейчас не до истории, надо думать, как выбраться из этого. Расскажи. Несколько лет назад на Западе процветал культ Создателя. Он использовал довоенный вирус для создания собственной армии супермутантов. Создатель был убит, его армия бежала в разные стороны. Люди Леви — остатки этого культа. Да, но эксперименты Создателя имели весьма широкий спектр последствий. Как удачных, так и фатальных. Все эти мутанты так или иначе страдают от дефектов. Леви пытался их излечить. Для начала необходимо стабилизировать вирус в крови этих людей. Одни из них чахнут от нехватки вируса, другие же от его избытка, и у всех есть свои индивидуальные патологии. Гули, супермутанты, да, светящиеся. Любопытно еще и то, что Левий пытается приручить диких потрошителей, сделать их своими слугами, хотя их природа существенно отличается от гулей Левия. Что ж получается в итоге? Что-то вроде маленькой империи мутантов, радиоактивный рай для избранных, поэтому смертному путь сюда будет закрыт. Вернемся назад, что именно хочет от тебя Левий? Требует стабилизатор вируса для своей паствы. Дело в том, что некоторым людям не хватает мутагена, поэтому он вынуждает... они вынуждены принимать стимулирующие лекарства или терпеть боль. Другие же, напротив, ищут способ подавить вирус, чтобы не превратиться окончательно в морковку. Звучит слишком сложно, учитывая окружающий бардак. Точно. К счастью, Левий притащил с собой небольшую лабораторию. Главная проблема в нехватке синтезируемых веществ, особенно бензола и пестицидов. Будь у меня больше сырья, я бы нашла решение проблемы с мутагеном. Если ты сделаешь мутаген, Левий отпустит нас. Стоит попробовать, хуже все равно не будет. Я думаю, надо их перестрелять тут всех к чертям собачьим. Мне тут еще мутантов не хватало. Мое сердце сжимается, когда я пытаюсь представить, через что прошли эти люди. Проще перестрелять их всех. Что надо для мутагена? Взяла с собой химический пакет, там было все, что нужно. Но люди Левия не смогли его найти. Наверняка кто-то из потрошителей утащил ящик на руины. Все время кого-то или что-то ищу. Пожалуйста, найди ящик. Засада была возле монумента на 5-й автомагистрали, недалеко на западе. Подожди. Значит, или ядом их всех потравить, или перестрелять по старинке, или... мутаген для спасения своей пасты. Я не знаю, спасать их всех — это, по-моему, плохая идея. Еще говорим, подожди. Что надо найти? Я везла химический пакет. Я не хочу их тут оставлять в Соноре. Ладно, жди тут, сейчас разберемся. Лаборатория. Одной искры хватит, чтобы все здесь взорвалось. Тут очень много вариаций. Что скажешь? Жители пустыни глупы. На, посмотришь. Ты будешь сильно выпендриваться, знаешь, что я достану дробовик и тут вас всех перестреляю. Давайте посмотрим, что тут еще есть у нас. Тут выход в канализацию еще есть. Силовуха надо достать. Силовуха решит сразу множество проблем. Это, конечно, закрыто. Конечно. Рамирес. Шаг назад. Открыть дверь. Отлично. Вот тут радиации нахватаюсь. Капитально просто. Просто капитально. Давай сюда. Это выход наверх на... это лаборатория особняка. Давайте не будем спешить с выводами. Их можно попытаться вылечить, потом всех поубивать. Значит, где мы? Вход в таинственный особняк. Мы здесь вынырнули. Стволы у меня не забрали, и то хорошо. Ошибка их, кстати. Стволы не забрать. Сюда давай сходим. Это у нас главная автомагистраль. Вот и монумент, вот и братство стали. Все, что нам нужно. Нападать будете? Будете.
Есть вариант сделать мутаген для них и всех перестрелять, в конце концов. О. Карму, наверное, потеряю. Ое, а это еще не тот уровень, который нужен. Это еще не тот уровень. 23, это только 23. Следующий уровень, сколько надо? Кучу опыта. 20 тысяч. Кучу опыта. Кто там еще хочет нападать, а? Тебе, например, в пощеку. Он нападает, а он меня увидел только сейчас. Снайперка отвратительная. Ее надо менять срочно просто. Она возвращает мою обратную винтовку, потому что это не дело, чтобы я стрелял один раз за ход. Это просто не дело, ребята. Но урон сильный. Так, солдат, второй жетон твой с пистолетным пулеметом был, да? Занимался интересными вещами. Давай сюда мутаген. А, это шлем силовой брони. Эффекты. Т-51Б весит 6 фунтов. Мне надо не только шлем, мне надо остальное найти. Это выход, можем вообще тут ничего не делать. Уйти просто, можем всех убить. Всех убить — это самое банальное простое решение. Оно слишком банально. Нужно найти все вещи. Мутагенка. Вот тут что-то лежит. Контейнер. Вот он, химический набор. Конечно, мы столько не поднимем, да? Что приходит, то уходит. Антирадин. Ладно, давай съедим РП. Да хорош. Все выложи. А, может, ядерколог, кстати, можно давать этим супермутантам внутри, чтобы там что-то у них своровать. И они обрадуются. Надо это попробовать. Супермутантам, гулям, ну, то есть вместо пива, которое дается обычным спутникам. Памятник кому-то, чьи имя давно забытой историей. Ну, попробуем синтезировать мутаген, хотя бы поэкспериментируем чуть-чуть. В науку не зря вкладывался, правильно. Рамирес, сейчас перезарядим. Гаррету дадим нюка-колы, потому что он что-то какой-то напряженный, он нынче. Та-та-та-та. Гаррет, меренги. Не хочет ничего. Ну ладно. Облученная нюка-кола не пошла. Ключ от силовой брони спереть у вот этого надо, засранца. Как это сделать тут? Наверное, в нем мне навыка не хватит. Подождите, сейчас надо сохраниться. Естественно, вашего навыка недостаточно. Процессор, вернее, даже не думаю, не просто так закрыто. Алкоголь есть у нас какой-то? Элитная виски есть. Слышишь, давай выпьем с тобой за старое время, а? Алкоголь не интересует, ну, естественно. Что на тебе еще можно использовать, чтобы тебе восприятие испортить? Может, мутаген тот, который восприятие понижает. Который мы раньше не забирали на прошлых локациях. Давайте попробуем, может, мы можем вернуться. Но там сказано бросить в человека, я бросать не хочу. Давай тут посмотрим еще. Может, все проще по силовой. Чтобы ее сделать, надо его, значит, убить потом все равно, в конце концов. Бафаут дают. Что, по лучевой надо проверить, ребята, тяжело, потому что... 55. Пора, по-моему, пить антиродин. А, пошло. 55 выводит. Тут почему-то сразу выводит. Вроде не должно. Верстак. Давай, ремонт. Вот он не подлежит. Наука. Не удается ничего узнать. Патроны такое. Вот эти двое опасные. Эти двое это тоже опасные пушки. У этого пистолет какой-то дикий, наверное. Эти так себе.
Так, давай. Скрафтим мутаген. Вот выхим набор. Я уже боялся, что гули его распотрошили. Так, здесь все, что нужно. Сначала необходимо провести некоторые опыты. Похоже, набор он на тот... Положил набор на тот лабораторный стол. Подавай вон тут пробирку. Смотри, оно становится зеленым. Теперь дело за малым. Нужно провести клинические испытания. К счастью, у нас есть опытные образцы. Да, настоящая садюга. Она, какая она садюга, она последователь. Похоже, у нас нет другого выбора, придется использовать потрошителей. Хм, как интересно. Обрати внимание, что подопытные стали спокойнее. Сейчас я посмотрю на их кровяные тельца в микроскоп. Так, у нас получилось. Думаю, это именно то, что хотел Левий. Хорошие новости, я с ним поговорю. Давай поговорим с ним. Ты дала мне какой-то мутаген, не? Ой, я тут не получаю дозу. Выключаю Гейгер. Только надо сохраниться. Они все свалят. Может, он мне отдаст силовуху. Паладин будет недоволен. Ну и шутки на этом закончатся, я так чувствую, да? Что знаешь о Диане? Последователи апокалипсиса добрые, но глупые люди. Они пытаются помочь остальным меру своего понимания этой помощи. К таким, как я, они относятся со снисхождением, будто мы нуждаемся в опеке, но все наоборот. Зачем тебе Диана? Она медик и ученый, именно тот, кто нужен мне для выполнения миссии, ясно. Что знаешь о братстве? Еретики, потерящие всякую веру в Бога, они верят лишь в силу технологий, бедные люди. Недобрые отношения с ними, да? Повинно в убийстве нашего бога, их прощение наступит лишь в эпицентре атомного деления. Слышишь, чтобы у тебя еще... У тебя есть деталь от силовухи, отдашь ее мне? Мне раньше, чем ты справишься со своим заданием. Диана разработала мутаген. Ваша работа бесценна, но пока я не могу принять ее. Мы выполнили задание, что не так? Тебе нужны гаранты какие-то? От этого лекарства зависят жизни моих людей. Докажите, что оно действительно безопасно. Я поставлю распылители мутагена в местах скопления потрошителей. Это многое прояснит. Посмотрим, как мутаген действует на жителей руин. Но я их всех перестрелял. Распылители мы изготовим сами. Твоя задача установить их в самые оживленные места на руинах. Теперь ступай, более не отвлекай меня, пока не выполнишь задание. А на себя принимать я бы перк какой-то получил или в гуля бы превратился. Я перегружен еще. О-о-о. Примитивный механизм на погружение. Давай посмотрим. А, я понял, где их ставить. Ну, сейчас мы набегаемся, конечно. Сейчас мы набегаемся. Их, наверное, надо вот вентиляционные ставить, как раз таки люки. Да. Ну, не на тотемы же, правильно? Или на тотемы их ставить? Сомневаюсь, что на тотемы. Готово. На тотемы. Потребуется немного времени, чтобы мутаген распространился вокруг. Я тебя понял. Хорошо, топаем тогда. На следующую локацию. Давай я бафаута приму, потому что это все таскать. Пошло. Я не помню, сколько там тотемов было. Я не знаю, где их поставить, поэтому мы попробуем поставить их везде. Вот роботы мои летают, слышишь? Мне показалось, их надо в распределительные щитки ставить. Эту ерунду заберем, а? Второй готов. Были еще тотемы тут. Тотемы. Тут три только перехода. Давайте я перерыв еще сделаю, потому что я хочу перекурить, отдохнуть немного. И попить воды. Перерыв. Оп. Я вернулся. Готов дальше продолжать наши приключения. Значит, куда нам? Попробуй вспомнить. Куча было этих переходов. Давайте в этот, например. Тут этот с паладином переход, да. Паладин тут этот будет сейчас возникать. Что ты делаешь, Рамирес? Делаешь не то. Рамирес знает, что делает. Паладин не одобрит, очевидно, наших действий. И надо продумать последствия. Последствия каковы могут быть? Для нас. Во-первых, нас могут еще отсюда так просто не отпустить. Не отпустить. Во-вторых, что может еще произойти?
Сильно может это испортить репутацию с братством стали, но не знаю. Тут мы могли пройти. Тут паладин как раз таки сидит. Сюда ниже пройдем. Сюда и тут выйдем. Если что, мы, конечно, всех перестреляем. Тут не будет проблемой. Это не будет проблемой всех замочить. Это разрушенный квартал. Еще один в начале вроде бы был. Почему два подряд не установил? Потому что хочу установить по всему городу. Был тотем или нет? Это начало. Давай сгрузим все. Все лишнее, потому что бафа вот может закончиться. Тут не было тотема. Стоп, перевес тут большой, да? Перевес большой. Вот это давай съедим. Давай сюда тоже. Копья выкинем. И ножи выкинем. Значит, ножи выкидываю все. Копья выкидываю все. Это сильно не надо. Это выкидываю все. Это съедаю. Это съедаю. Довоенный вискарь. Сюда обмыть. Обмыть. Гранаты выкинуть или нет? Что еще выкинуть такого, что весит много? Черепа, веревки. Веревки две не понадобятся. Веревку выкидываем одну. И тут разгрузили, да? Значит так, а две веревки у меня подряд. Ну, не надо уже столько. Взрывчатки, по сути, тоже не надо. Это отправляется сюда, так и не стрельнул я. Книжки отправляются сюда. 92. Эти пули отправляются сюда, так тоже не стрельнул. Ну, так, чуть-чуть разгрузился. Еще надо что-то выложить, наверное. Что мне мешает? Кофе надо выложить. Слушай, кофе, может, им пойдет, а? Они потому что знают хотя бы, что это такое. Гейгер, возможно, вот эту ерунду давай заберем с собой. Тотемы, 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 тотемы. Сюда, возможно, можно поставить мутаген. Это не помогает, значит, надо на тотемы. Просто сделали. Просто сделали. Хорошо, последний тотем, понятно, где. А мы можем туда сразу выйти, а? Это вопрос еще. Надо сохранить. Чтобы я ничего не налажал выходом с карты, потому что такое уже было с паладинами. Инферно, мы идем в таинственный особняк. И ставим последний тотем вот здесь. Рамирес. Покоритель черепов. Окей, надо потребуется немного времени, чтобы мутаген распространился вокруг. Теперь мы будем разговоры разговаривать, да? Кофе и все остальное. Сильно нахватал? 3, нормально, терпимо. Рабаданский сюда сразу. Деталь от брони. Быстро. Установил распылители. На потрошители оказало определенный эффект. Вот как, что с ними стало? Думаю, мутаген снизил их порог агрессивности, устранил хронический болевой... Нет, это не надо отвечать. Стали умнее и спокойнее. Все, как говорила Диана, вы прекрасно справились с заданием. Честно говоря, я не ожидал. Можем теперь идти? Вы заслужили свободу и нашу благодарность. Можете собираться в дорогу и уходить. Никто вам не помешает. Однако вход сюда всем нормальным отныне будет закрыт. Меня устраивает. Прощай, Левий. Деталь. От силовухи. Возьми. Я верю, что ты используешь эту броню во благо. К тому же мы все равно не можем ею пользоваться. Я найду этому достойное применение. Я получил 35 единиц славы. Ну, теперь вопрос у нас открыт. Вопрос открыт. Как это повлияет в принципе? Шакалы, фениксы. В Инферно нету славы. Это не считается локацией. Я мессия там невероятный, да? Очищение, очищение 2. Давай силовуху забацаем, как минимум. Еще с тобой давай поговорим, мне надо спешить. Кто же ты? Пастырь, священник или типа того?
Церковь была разрушена такими язычниками, как ты. Наш Бог погиб в атомном пламени, поэтому я веду свою паству по его заветам. Вдали от тех земель, где наша вера обернулась в позор. В чем вера заключается? Не понять основ даже за целую мессу. Скажу только, что наш Бог-создатель хотел избавить людей от их пороков и недостатков, предложив иной путь. Мутация уродства? Твой взгляд ограничен, Рамирес. Благодаря Создателю мы лишены человеческих пороков и способны выжить даже в таком гиблом месте, как эти руины. А ты? Похоже, Создатель был для вас действительно важен. Вот и как я отвечу. Мы — чадо собора. Мы были распяты за свою веру, но продолжили наши молитвы до конца мира. Такова наша ноша. Ну, я не знаю. Преданность вере, конечно, достойна уважения. Вы правда верите в то, что говорите, вот так как-то нейтрально, да? Мне уже встречалась такая мантия. Последователи огня в Фениксе носят что-то похожее. Мы сталкивались с подражателями, которые под нашим знамением паразитировал на мелких поселениях. Но не верь этим богохульникам, их вера притворна. Почему ты выбрал именно это место для своей паствы? Простая тактика. Здесь мы в безопасности от язычников и еретиков. Мы собираемся силами для второго пришествия, когда Создатель вновь восстанет из пепла. О! Вон оно шо! Бога больше нет, пал от руки глупцов. Мне не надо, чтобы вы тут силами. Мне надо, чтобы вы мне пообещали, что мирно будете тут тусоваться. Ладно, потом решим. Завалить вас... Будет у меня еще время, я думаю. С юга армия каких-то непонятных. Эти тут еще сидят. Что тебе надо, Нормик? Ничего, пока. А ты что скажешь? Ты хочешь стать таким же, как я? Ко мне зеленым, кстати, они по-дружески относятся. Потрошители глупые, я умный. Хе-хе, интеллект десятка, да? А с этими еще пообщаемся. Что, парни, расслабляемся? Люди поражают меня своей живучестью. Ко мне нормально относятся. А ну-ка давайте посмотрим еще один момент. Значит, в Пуэрто любят пока что. Забабахаем силовую броню для начала. Так, силовая... Подожди. Твоя миссия. Жди моих указаний. Процессор силовухи. Отлично. И красавчика сюда. Готово. Остается правильно подключить. Ну, я надеюсь, мне хватит навыка. Ремонт нужен, да? Получилось. Ну, давай, надеваем ее, наконец-то. Силовая броня. Так, это электричество. Нет сопротивления, но сопротивление все выше определенно, чем здесь. Только к электрическому. И сила девятка становится, она только на двойку повышает. Высота технологичная, броня Т-51Б. Экземпляр поврежден, герметичность нарушена, силовые приводы не справляются. Модуль поглощения энергоатак не работает. Весит 60 фунтов, но сила должна мне бафать, наверное. Теперь тут лаборатория. Научный подход. 3 стимулятора. Что знаешь об этом городе? До войны назывался Мехикали. Большой пограничный город. Красные уничтожили его, когда бомбили множество мешных заводов. Потрошители. Жители Мехикали, пережившие ядерную войну, бомбардировку в 77-м. Души тех, кто когда-то были людьми. Безмерно жаль этих несчастных. Для них руины стали вечным адом. Им почти сотня лет, как же так? Старая история, хочешь услышать ее целиком? Неподалеку отсюда была лаборатория, где проводили эксперименты с одним очень опасным вирусом. Ядерный взрыв повредил комплекс, и в результате вирус вырвался на свободу, облетел половину мира. Этот город быстро накрыл ядерным облаком. Вирус в сочетании с радиацией оказал странный эффект, наделив жителей бессмертием. Гулификация. Правда, не думаю, что это они этому рады. Кстати, это не только гули стали результатом мутации, также вся дикая живность в округе.
Вирус рукотворной эволюции, секретная военная разработка. Уже в наше время создатель использовал ВРЭ для создания армии супермутантов. Люди Левия – результат этих бесчеловечных экспериментов. Судя по его отряду, у вируса было много побочных эффектов. Создатель проводил много экспериментов, получил разные результаты. Многие погибли, пока он не пришел к балансу. Но даже его лучшим мутантам приходится периодически принимать какие-то вещества для стабилизации мутагена. К тому же, у многих мутантов есть собственные уникальные особенности. Все очень сложно. Есть слабые места, нужно знать, куда целиться, если нарвусь на них вновь. Они быстрые, живучие, да, достаточно собираются в стаю. Будет лучше держаться от них на дальней дистанции. Против толпы всегда самым эффектным являлись, ну, базуки всякие. Не забывай, что они тоже когда-то были людьми. Зачем тотемы из костей? Потрошители собираются в что-то вроде звериной стаи. За каждой группой закреплена территория. Тотемы своего рода метка. Это мы послушали уже. Все, мы уходим. Ты уверен, что это правильно? Мне бы не хотелось вновь оказаться под перекрестным огнем. Леви дал свободу, мы можем уходить. Слава тебе, Господи, я верил, что Леви хороший человек, он сдержит свое слово. Но ты смотри, пора нам. Держим путь, командир. А куда тебе нужно? В город Касаноева. Зачем? Есть аванпост моих братьев и сестер, должна помогать им в местной школе. А мы тут еще напарника получаем, да? Очки действия 9. Класс брони 0, 0 обмен. Так, на-ка Теслу. Что по стволам, а? По стволам не очень так хорошо у нас. Снайперку втащишь, чем сражаешься? Стимулятор один у тебя. Не позорься, сейчас, как они начнут нас накрывать, закричат. Остановить их, остановитесь. Поведение, давай, свое лучшее оружие. Нету, лучшая броня, броня Тесла. Надеваешь, отлично. А ну-ка, давай, посмотрим, как ты из этой малышки постреляешь. 9 очков действия тебе хватит. Не умеешь. Верни обратно. Дробовик тогда подавно обойдешься. А у меня оружия больше нету, просто патроны есть, такие, такое. Ясно, пойдем. Кувалду можете выдать, а? Или палку? Кентавр, да? Мутант. Ладно, валим отсюда. Не думаю, что тут еще что-то будет. Ну, теперь надо думать, принимать решение, стрелять их или нет. Надо чисто принимать решение. Неужели ты хочешь остаться в этом священном месте? Братство стали меня интересует больше, чем вы. К вам я смогу вернуться, потом вас пострелять. Парадные двери. Вас потом смогу пострелять. Паладин будет недоволен, наверное. Не знаю. Супермутантов под боком оставлять. Под боком, кстати, они ближе к Вилле, чем паладины. Тоже не очень хочется. Может, на Вилле потом нам дадут советы, что делать, кого убивать, кого не убивать. Посмотрим. Есть вероятность, что придется каждое из поселений еще раз обследовать. Все бегут, роботы едут, все хорошо. Значит так, тут мы были, это не тот проход. Силовуху бы загрейдить. Интересно, кто ее сможет зачинить? Да, наверное, только ребята из Братства Стали. Паладина выводим, пусть он тусуется на свою базу несчастную и там докладывает. А мы отведем подругу к последователям, потому что я чисто за них хочу играть. Паладин, не могу найти выход нормальный. Который нужен. Ну, он, собственно, вот здесь должен быть. Анекдот про паладина. Бегает паладин вокруг бочки и бегает. И такой говорит, слушайте, что это подземелье не заканчивается. Наверное, сделаю еще 10 кругов, а если не закончится, поверну обратно. Ложить обстановку. Братья погибли, вот их жетоны, очень жаль. Они погибли в борьбе, как настоящие воины, светлая им память. Что с девчонкой? С нами была гражданская, учитель от последователей. Диана ждет нас у выхода, можешь поговорить с ней. Отличная работа, камрад, я перед тобой в долгу. Все, кого ты искал? Так точно.
Теперь могу со спокойной совестью отправиться на базу, хотя уже представляю, какой позор меня там ожидает. Весь отряд погиб, а груз потерян. Это надолго запомнят. Даже если трибунал признает, я все сделал правильно. Наверняка твои братья тебя поймут. Благодарю за помощь. Из тебя выйдет отличный боец. Когда доберусь до базы, расскажу всем о командованию. Пока надо восстановить силы. Может, мы еще увидимся. Ты сваливаешь, да? Надо поговорить с тобой. Расскажи про свое братство. Много рассказать не могу. Некоторая информация может иметь стратегическую ценность. Где находится ваша местная база? На побережье в Rocky Point. Местные называют просто Пуэрто. Где главная база? Далеко в Калифорнии. Здесь в пустыне Сонора у нас небольшой форт. Что делаете в пустыне Сонора? Вопрос можно задать лишь командованию, лишь солдат, который выполняет приказы. Хватит разговора, все спокойно. Так ты отправляешься туда, да? Мы сделали это задание или нет? Инферно. Запроводи Диану в Каса Нуэва. Это наше задание основное. На паладина мне наплевать. Диана, аккуратно там не вступи. Все, погнали отсюда. Лучевая, сейчас примем последний антиародин, все будет хорошо. Выход не тут. Выход вот здесь. Эх, Диана, что же нам делать? Что же нам делать? Что же нам с этим всем делать, с этой всей... Ну, ситуация еще сложнее стала, чем в прошлой серии. Тут потому что новые еще нарисовались. Я могу всех пострелять, это не проблема. Я хочу... Теперь уже я хочу подумать про концовку. Я напоминаю, что-что, наконец-то выбрались из этого ада. Ты не выпендривайся мне. Я хочу... Я напоминаю, что я играю в первый раз в Сонору, и я не знаю, что почем. В Пуэрто, не, в Каса Нуэва мы тебя отвезем сразу. Стой, стоп, машина. Так, потеряли скорость исцеления, потерял выносливость, все потерял. Это после бафаута, очевидно, потерял 4 силы, да. Я, по-моему, зря рванул настолько сильно. 6, не, нормально. Ты не должен подохнуть от этого. И потерять статы. Перегруз, правда, сильный. Вывожу радиацию. Перегружен. После бафаута это пройдет. Вот, статы возвращаются в норму. Полевая буря. Никаких бурь. Ночью прибыли. Поселение, карьер, теплицы, поселение. Куда держим путь, командир? Мы на месте, кажется, пришло время прощаться, да? Я тебя привел туда, куда тебе надо. Или с тобой рвануть на базу к братству стали, а? Ты гражданское, что ты там решишь. Теперь мой новый дом. Удивительное место. Столько зелени вокруг, бескрайняя пустыня. Наверняка это плод огромных усилий. Уже горю желанием узнать, как они этого достигли. Новый этап жизни начинается. Спасибо тебе большое. Ты спасаешь не только меня, но и людей, которые здесь живут. Вместе мы постараемся сделать из нового дома оазис, где люди будут жить в мире и согласии. У меня сразу стало ясно, что это дело правильно. Я расскажу о тебе своим собратьям. Спасибо еще раз. Прощай, Диана. Так. Надо переломаться теперь немного. Жду до утра. Слушай, сила восстановилась. Максимальный груз все равно перегруз у меня. Что ты тут тусуешься? Я не знал, оказывается, тебя здесь считают героем. Да я поздороваться, уже надо бежать. Какой я не герой. А, Тесла весит. Тесла весит. Гейгера убираю. Но мне убирать надо очень многое. Сейчас мы заправим Хуаниту. Я чуть-чуть разгружусь хотя бы. О, хорошо. С братством стали надо решать вопрос. С братством стали надо решать вопрос. Решать его будем в следующей серии, конечно же, сделано. Диана исчезла. Перегруз убрать. И проверить, все ли хорошо у меня по параметрам. Тут у меня перегруз, я его никак не уберу. Телеобед съем. Не, мне надо конкретно решить вопрос. Сколько это весит? 5 фунтов. Это давай выложим. Это весит, это не весит.
чтобы никто не спер, слышите? Взрывчатка, чтобы мотоцикл не взорвался. Теслу выкладываю. Она может еще понадобиться. Параметры вернулись на круги своя. Все, сейчас заторгуем быстро. Что, Артура, как оно? А, новый спаситель. Прощай, Артур. Так. Диана, тут уже тусуется. Ну, к тебе вопросы есть? Пожалуйста, оставь где-то броню где-нибудь за пределами клиники. У нас чистота и порядок. Что ты будешь делать? Про клинику, лечение, последователи. Я не знаю даже, что делать. Ты не хочешь торговать. Я не знаю, что даже делать. Мэр, все такое, это все понятно. Я не знаю, что с братством делать. С ними определенно надо что-то делать. Кофе надо кому-то сплавить. Это тоже такой важный вопрос. Это убираем. Это тоже мне не нужно. Телеобеды заберите себе. Эти патроны заберите. Но я сильно меня это не разгружает. У тебя есть, кстати, мне какие-то лекарства? Психа есть, ментаты, все хорошо. Значит так, крышки сюда. Что еще лишнего? Лишнего больше ничего нету. Все остальное нужное. Только силовуха весит миллион. Бафаут один я потратил, но я один нашел 503. Одно психо точно пойдет 700. И один стимулятор. Я их сильно не потратил. 893 я тебе могу доплатить даже. Зажигалку я тебе дам еще. 840. И, ну, 53 получаешь, получается. А, я не заторговал. Телеобеды забирай. Плыву уже чуть-чуть, потому что длинная очень тусовка получилась в Инферно. Но есть вариант туда вернуться, всех пострелять. Может, даже на это паладины дадут задание невероятное. У меня остается стерильный пустой шприц. На, забери, чтобы я его не таскал с собой, хоть она не весит. Это я забираю у тебя. Что там я брал? Я брал бафаут один. Я брал одно психо. И я брал один стимулятор. 893. Ты ценишь шприцы, да, пустые? Ой, я книги привез же. Книги сейчас им надо выдать. Книги сейчас выдадим, получим. Сколько стимуляторов? 90 стимуляторов. Ну, конечно, теперь стимуляторов достаточно. 45-93. Значит, так, мы тебе даем 43, 40, сколько, 47, да, 92. Заторговали, затусовали. Тусуйся. Так, книги у меня в рюкзаке. Нет, книги я выложил. Никто не спер взрывчатку на мне. Книги давай забираем. Сейчас сделаем быстро эти мелочи все, потому что это надо делать. Хорошо, тут чуть-чуть разгрузилось. Это можно сюда перекинуть. Противогазы надо убрать тоже. Наверное, стоп, это загружен сильно. Все равно я Теслу отсюда не увезу, понимаете? Надо за кадром буду впариваться. Книги отдадим, по крайней мере. Книги. Задание, кстати, висит на книге, ребята. Задание висит на книге. Каса Нуэва. В местной школе нужно больше книг. Нужно больше золота, чтобы построить рудник. А местной школе нужно больше книг. Забирай все книги, которые у меня есть. Большое спасибо, 60 крышек. Крышки оставь в школе, это мое пожертвование. Еще славы получаю. И посмотрим. Инферно. Нет. Касануэва. Надо еще больше книг. Надо все книги достать. Может, какие-то особенные нужно. Откуда же мне знать? Теслу я могу забрать и взрывчатку, и Тесла мне не помещается. Вот эта проблема теперь. Надо что-то впарить. Значит, надо тут им что-то впарить. Ну, пистолет надо впарить, забрать наркотики, наверное, да? 19 шприцов один зря продавал. Это все может понадобиться. Черепа, вот эту штуку можно выкинуть, наверное. Мне одна только нужна такая, потому что она уникальная. Короче, я с инвентарем разберусь за кадром и буду думать, что мы будем делать с братством стали. Есть надежда, что там еще можно что-то с ними решить мирно. Иначе их всех придется перестрелять. Ребята, в следующей серии Рамирес вернется и будет думать.
Задания у нас есть еще какие-то по братству стали? У нас есть задание в Пуэрто провести разведку на юге и в Инферно пропавший отряд найти. Задание висит еще. В следующей серии будем разбираться с этим всем хламом. Посмотрим. Фалач, Сонора. Спасибо за внимание. До свидания.